Задача церкви постоянно одна и та же на протяжении тысячелетий, и верим, она сохранится до скончания века. Церковь призвана продолжать служение Господа Иисуса Христа. Она призвана свидетельствовать о божественной истине. Она призвана вести людей ко спасению. И другой цели у церкви нет. Все остальное, что мы делаем, будь то социальная работа, участие в политическом диалоге, работа в сферах массовой информации и с информацией, она исключительно, вся эта деятельность, осуществляется церковью настолько, насколько служит делу человеческого спасения.